приехали в город Шахта Ростовской области, правильно? Так, удобно, садись. Так, назовите свою фамилию, имя, отчество. Суворов Николай Павлович. Вот Николай Павлович. Сколько вам лет? Кто я знаю? 86. 86, по, да? По паспорту 84. Так, 86, вы дальше рассказывали случай, что-то с собакой было. Расскажите, как это было и что? Раз я и шел по улице по своей, и вот калитка открытая, забор большой, и выходит, выскакивает оттуда собака, здоровая, а я ее хотел осенить крестным знаменем, она мне всю руку в пасть захватила, и вот до этих вот пор, а я там ей перекрестил, В пасть, внутри. Внутри. Во имя Отца и Сына, вот так, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как она запищала, как она закричала, как будто бы ее кто-то палкой ударил. И хозяйка, вот она, подскочила сзади ее, забрала ее. Вот так вот, они там были, что были у нее, она мне все покусала, ничего, где-то чуть кровь была, так, ну, чепуха это. Ничего не покусала. Это чудо Божие. Это чудо Божие. А то раз так же шел, 4 собаки напали. А я им крестом знамень во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Они по разным сторонам разошлись, а я своей дорогой пошел. Но это нельзя отрицать, понимаешь, это факт, живой человек. Мне приходилось беседовать с сектантами, я говорю, ну вы силу крестного знамения это знаете? Ну, а обычно они говорят, а мы и так молимся, Бог слышит. Я говорю, а бывает у вас так, что на вас лукавый нападает во сне? Бывает. Я говорю, а как ты отбиваешься? Говорит, крестным знаменем. Я говорю, так вы же не креститесь, баптисты, вам же это не надо. Так не надо, говорит, он никуда не ходит. Я говорю, на него, а он, говорит, на меня. Я, говорит, тогда взял его, перекрестил, он, говорит, сразу опрокинулся и исчез. Вот и доказательство. Грамота не поможет, дело. Да. Я с одной сектанткой когда беседовал, она присутствовала в собрании. Я говорю, вот ребенок, если не крещенный у тебя, умрет, и ты его лишишься, он пойдет в преисподнюю. А она до этого говорила, да зачем, ребенок не пойдет. Она сразу встала, говорит, я готова хоть сейчас креститься, лишь бы ребенок так и не погиб. Это я, значит, также выходил с церкви, и ехали девочки, приехал на остановку. И там мы, в церковь мне нужно было. Там девчата стояли, а я с ними разговаривал. Девочки, если собака будет на вас нападать, то вы крестите ее, она не укусит вас. И вот через несколько времени, через месяц, может больше, встречает меня одна и говорит, ты знаешь, на меня 4 собаки напали, а я, говорит, их крестным знаменем во имя Отца и Сына Святого Духа. И они разошлись по разным сторонам, а я своей дорогой пошла. Вот так вот и у меня такой же случай был. Вот так. Крест – это непобедимое оружие. Христу твоему поклоняемся. Мы нигде не считаем, чтобы у святых отцов они зазирали крестное знамение. Никогда. Они всегда его совершали. Интересно, я когда обратился к Богу, они там пятидесятники, баптисты, соединенно были. Ну и книга такая есть Генриха Синкевича «Кама Гридеши». А апостол Петр, когда выходил из Рима, а в это время явился Господь и спросил, куда идешь? Куа вадис? То есть если ты уходишь, то я буду в Риме, мне второй раз придется умирать. И он вернулся. И вот интересно, Петра ведут на казнь. А я считаю, ну, там сектанты-то, они книгу признают, они ее любят. Но в одном месте сильно зачеркано. Я говорю, а что тут зачеркано? Почему? Да там неправильно написано. Ну, я говорю, ну, а что тут неправильно-то? Я хоть прочитаю раз-то. Но они выморили все. А потом я узнал, оказывается, написано, и Петр шел и осенял всех крестным знаменем. А у них его нету, они это взяли, вышел, ну, как же ты вышел? А он лауреат Нобелевской премии, Синкевич. Как можно за него решать-то? Тем более... Да это кто, когда знает недавно? Как знает? Ты вот сейчас я батюшке подарил. Как его звать-то, батюшку? Иоанн. Иоанн? Иоанн, да, Иоанн. Ага. Крестное знамение, какую имеет силу. И там говорится в житиях святых не у одного, а у многих. Они говорят, да православное это в 15 веке появилось.
Я тогда, ну, ты слово православное-то. Я беру апостольское правило, там православный, епископ. Дальше, Первый Вселенский собор опять, православная кафолическая вера. Я говорю, как вы говорите-то? 13-14, когда это Первый Вселенский собор. А я апостольское правило. Они не знают ни истории, ничего нету. И дальше, в каком соборе, сколько раз слово православное употреблялось. Я все это привел, выставил, и мои сектанты замолкли. Потому что у меня документы, а у вас ничего нету, кроме ненависти к крестному знамению и православию. Православное слово, я говорю о слове, а не том, чтобы такие хорошие или где-то. А на святых отцов попадало где это. Они упоминают там, допустим, 5 раз всего за все время. А на соборах поместных там еще меньше. Вот так. Нам нужны действительно исторические свидетельства. Крестное знамение было всегда. Икон не было. Как не было? Когда жития святых мы считаем, они с 1 века идут. Ну ни такое, ни мироточение, там, ни этого ничего не было. Спаситель дал образ свой. Да. Это князю Едесскому. А в горю. А в горю, да. Ну не веришь ты в это. Ну а почему воевать-то? Свои фотографии признаете. Я не говорю, давай поклоняйся, целуй, я это никогда не говорю. Но иконы, их идол это совершенно разное. Да. Идолов Господь чурается, а изображение повелевает делать в храме. А где это известно? Иезекииле 41:17. И в этот храм пришел Господь. Он говорит, дом мой. Он не сказал, дом чужой. Дом молитвы наречется. А в этом доме были иконы от пола до потолка, снаружи и снутри резные изображения. А чьи это иконы были? А? Чьи иконы были? В храме, второй храм Соломона, Зарававелев называется. Повеление Божье было, изображение херувимов, ангелов. Людей не было, потому что люди шли в преисподнее. А храм строился по образу небесного. А так как теперь святые на небе, поэтому по образу небесного у нас и икона. А тогда нельзя было, потому что люди шли в преисподние места земли. Тут на все дается объяснение. Тут никакой критики мы не наводим, ничего. Мы как-то выехали от одной сестры, она из журналов везде иконки лепила, они выгорели, ничего нету. Прямое повеление собрать. Она собрала больше 100 иконок. Мы поехали дорогой и сожгли. Они, на них не написано, ничего нету. А хорошие, которые остались. Не надо там трястись, бояться, а определенное правило, чтобы они не были поруганы. Вот и все спрашивают, что с мощами делать? Мощи все, я говорю, собрать с достойными песнопениями, с церковными почестями, захоронить, прах ты и в прах возвратишься. Просто и понятно, чтобы не было кощунства. Если бы люди знали Священное Писание, вот этого раздрая не было бы. Я когда сказал, что мы молимся за Путина, а, так вы такой, вроде это. Так, ну, я говорю, я обязан молиться, потому что молитесь за старей, за начальствующих. Какая моя вина-то? Будет это все равно не так, как я прошу. Это положено так, за старей молиться за всех. Что Бог дал покаяние, дал страх Божий. Да. Что над ними есть царь царей, Господь господствующий. Да. Вот так. Ну, спаси Христос. Мы хорошее свидетельство получили.